всем нашим дорогим подписчикам горячий пламенный привет с нашей теплицы легенды. Смотрите, здесь все у нас семена партнер. Семена партнер Василию Ивановичу тоже огромный респект за такие супер семена. Если мне память не изменяет, это гордость застолья. Что такое? Это Нина. Забыл. В общем, вот такие у нас помидорки. Там дальше идет где-то черри кокте. Вон она, кокте, кокте. А вот это я подзабыл, что такое. В общем, здесь все семена партнер. Смотрите, какие у нас томаты. Огромные, огромные. Сейчас туда пролезть. 4 дня нас не было. Завтра будет Наталья Алексеевна все это обстригать, убирать. Сейчас проберусь. Здесь уже одна такая веточка, которую снимали. Сняли ее. Видите, какие. Вообще, смотрите, какие огромные висят. Нина. Вот, смотрите. Вообще огромнейшие. Так что, семенам партнер. Респект. Респект огромный просто. Респект. Урожай томатов в этом году будет очень и очень огромный. Там гроздями даже. И еще в другой теплице у нас еще одна теплица, даже легенда. Завтра днем сниму, сейчас уже поздно, темно. Вот так вот. Еще похвастаюсь. Успею сейчас по секундам. Аромат из дынь какой стоит, смотрите, дыньки. Даже смотрите, преимущество легенды с прямыми стенами. Смотрите, как огурцы. Представляете, была бы арочная. Это просто были бы джунгли. Вот в такой высокой теплице можно как расположить. Ну, тут Наталья Алексеевна, видите, посадила перцы по центру. Хотя можно было огурцы мы садили раньше. Сейчас перцы. А здесь, получается, дыни, арбузы. Там еще арбузы и немножко огурцов. Даже тут огурцами, видите, как комфортно, как они доверху. Надо их просто натягивать в систему подвязки, всякие сеточки, чтобы они вот так вот шли. Ну, что значит шикарная теплица легенда. Почему она и пользуется у нас громадным спросом. Просто спросом пользуется. И здесь, если вы посмотрите, видите. Для томатов это просто рай. Рай. Грядочки 50, проход 50, 80, 50 и 50. Вот так вот. Всем спокойной ночи. Спасибо. Вот, сниму с улицы. Смотрите, почему так сделал. Теплица 11 метров длиной, кто помнит. 4 метра с одной стороны, 4 секции. 4 метра с другой стороны. Это у нас южная сторона стекло и обратная сторона поликарбонат. И по центру предбанник, так сказать, хозотделение 3 на 3. Стоят, как видим, раз емкость, два емкость. Полочки, стеллажи. Вот, и там еще будет аккумуляторная, то есть типа бойлерная разводка вся будет внутри, чтобы огород поливать. Ну, в общем, вся автоматика для огорода и для полива. Туда зайдут трубы копать на траншею со скважиной, и там будет вся автоматика стоять, теплица. Вот так вот. Ну, вот видите, все на термоприводах, все закрыто. И вот здесь еще легенда, завтра покажу, в ней помидоров тоже куча очень много. Сейчас темно, в ней света нету. Бамс.